Здравствуйте. С вами рядом Андрей Ракицкий. Очень часто причиной наших страданий и негативных мотиваций является неумение любить себя. У нас часто не хватает уверенности в себе и веры в жизнь. Мы себя недооцениваем, не любим и даже ненавидим. Это саморазрушение. Сегодня мы будем учиться любить себя. Сегодня мы будем учиться беречь себя. Мы будем делать это для того, чтобы обрести веру в жизнь. Для того, чтобы понять, насколько важно уважать любого человека, в том числе и себя самого. Чтобы увидеть, насколько абсурдно и непостижима нелюбовь к себе. Вера в себя и других людей, вера в жизнь придают решимость и мужество противостоять сомнениям, страхам, тревогам, смятению, психологической усталости, боязни перемен, дурным мыслям, негативным эмоциям. Мы очень часто испытываем себя на прочность, занимаясь саморазрушением. В итоге мы не можем полноценно жить и чувствовать жизнь. Мы лишаемся внутренней гармонии и согласия с реальностью. Секрет счастья очень прост. Он кроется в способности верить в себя и доверять друг другу. Мы все способны верить в себя и свои силы. Это заложено в нас с момента рождения. Хотя порой кажется неочевидным из-за неизвестно как приливших сомнений и неверия в будущее. Сегодня мы постараемся раскрыть эту потенциальную способность верить в себя, доверять себе и вызывать доверие у других. И когда у нас это получится, исчезнет внутреннее напряжение. Мы почувствуем моральное расслабление и душевный покой. Мы поверим в правильность своего пути. И тогда из нашей жизни исчезнет страх. Наше отношение к себе и другим людям полностью изменится. Изменится и отношение к миру, в котором мы живем. Мы почувствуем бесконечную любовь и уверенность в себе. Расположитесь комфортно, там, где вам никто и ничто не помешает. Примите правильное положение тела. Выпрямите спину. Настройте себя позитивно. Положительная мотивация на сеанс будет способствовать правильной циркуляции жизненной энергии в вашем теле. Положительная мотивация и позитивный настрой окажут мощное влияние на работу организма, на способность
наполнять сердце радостью и светом. Дышите свободно и глубоко. Почувствуйте, как вдыхаемый воздух наполняет вас особой энергией. Как возникает связь между вами и энергией Вселенной. Как гармония и покой входят в каждую клеточку вашего тела. Вы естественным образом постепенно погружаетесь в состояние позитивного отношения к миру и к себе. На душе становится спокойно и тихо. Вы слышите звук, стекающий по камням воды. Водные струи светлые, прозрачные и чистые. Представьте, что вы медленно приближаетесь к свободно стекающим струям горного ручья. Вы чувствуете чистоту, которую источает эта вода. И в какой-то момент таинственным и чудесным образом вода начинает омывать вашу кожу. Она очищает ваше тело от застаревшей боли и негатива, от всего чуждого и наносного. Эта живая вода залечивает ваши душевные раны. Почувствуйте, как вы наполняетесь новой, светлой энергией. Ощутите свет, который рождается внутри вас. Он наполняет все ваше естество. Эта позитивная светлая энергия приходит на смену вашим комплексам и заниженной самооценке. На смену всему темному, что пряталось внутри вас. Она замещает напряжение и стремление к самоуничижению. Теперь эта новая энергия будет управлять вашими мыслями и процессом принятия решений. Вместе с ней вы обретаете внутреннюю свободу. Эта свобода безгранична и неиссякаема. Взгляните внутрь себя. Почувствуйте,
и осознайте свою силу. Это и есть ваше истинное Я. Всегда и везде, в любой ситуации, вы будете оставаться сильным, позитивным и щедрым. Сейчас в вашем организме происходят очень важные процессы. Вы освобождаетесь от отрицательных мотиваций, от негативного отношения к себе, от плохих мыслей и ожиданий. Вы обретаете уверенность и позитивный взгляд на свое будущее. Ваше внутреннее пространство очищается и преображается. Спокойный, ровный, прохладный свет приходит на смену сжигающему душу напряжению и самоуничижению. Теперь ваша внутренняя энергия всегда будет направлена на осуществление ваших позитивных желаний и мотиваций. Она позволит вам избавиться от излишней эмоциональности и тревожных ожиданий. Вы перестанете постоянно думать о причинах своих страданий и неудач. Перестанете считать себя жертвой прошлых ошибок. Прекратите относиться к себе как к неудачнику. Вы осознаете, что имеете право желать себе и своим близким благополучия и счастья, и не испытывать при этом чувство вины. Вы поймете, что имеете право быть счастливыми, и вы сможете стать счастливыми. Ваше новое отношение к себе вам понравится. Оно даст вам ощущение полноты жизни. Вы перестанете страдать. Вы больше не будете отождествлять себя с негативными мыслями и отрицательными эмоциями. Вы перестанете действовать так, словно вы воплощенное наказание и испытание. Вы избавитесь от состояния, которое отравляет мысли и эмоции, которое разъедает разум и душу и заставляет страдать. Вы уже избавляетесь от всего этого. Вы сможете увидеть, откуда приходит боль и что ею движет.
вы сможете унять ее и все изменить. Сейчас вы получаете власть над своей жизнью. Вы становитесь единственным и полноправным хозяином своим мыслям, чувствам, желаниям, поступкам. Вы избавляетесь от враждебности к себе и к своей жизни. Вы чувствуете силу, которая позволит вам принять даже свои страдания и сделать так, чтобы их энергия способствовала позитивному переустройству вашей жизни. Всегда и везде, в любой ситуации, вы будете оставаться сильным, позитивным и щедрым. Теперь вы сами управляете своим существованием и отвечаете за свою жизнь. Вы обретаете доверие к себе и доверие к другим людям. Ваше обновление будет продолжаться даже тогда, когда закончится наш сеанс. Вы уже никогда не будете прежним. Вы почувствуете вкус к жизни, уверенность в себе, свою силу и безграничную внутреннюю свободу. Уже после этого сеанса вы взглянете на себя и на мир, в котором вы живете, по-новому. Вы почувствуете себя счастливым. Сейчас я досчитаю до трех, и наш сеанс закончится. Но процессы обновления будут продолжаться и дальше. Ваши изменения необратимы. Всегда и везде вы будете оставаться сильным, позитивным и щедрым. Раз. Тело наполняется легкостью, прохладой, свежестью. Голова проясняется. В голове приятное чувство какой-то прозрачности, легкости, свечения. Два. На душе свободно и легко, чисто. Поднимается настроение. Тело обретает тонус, упругость. Мышцы натягиваются, как струны. Голова проясняется все больше и больше. Все неприятные
или, может быть, даже болезненные ощущения, если такие и были до сеанса, они прошли, равно как и чувство усталости. Вы прекрасно себя чувствуете. Сделайте глубокий вдох, выдох, откройте глаза и поднимитесь. Вы полны сил, здоровья, позитива. Вы сильный и свободный человек. Thank you.